Парк Дружбы Народов. Когда-то эта территория символизировала всю мощь советского государства. Все 15 республик вложились в его создание, было потрачено очень много денег. Лучшие архитекторы создавали здесь на самом деле дворец и показатель величия. Теперь это место в запустении, и сейчас ему готовы дать вторую жизнь. Какой она будет? Что здесь будет преобладать? Спорт, дружба народов? Как это было раньше, или какая-то развлекательная составляющая, пока еще не ясно. Но одно понятно точно – парк будет восстановлен. Сегодня, 27 августа, главы муниципальных образований, министры-строители вместе с губернатором региона прошлись с гидом по парку Дружбы Народов. Цель прогулки – осмотреть ремонт и решить дальнейшую судьбу парка, пусть пока только концептуально. Но началась прогулка с назначения нового мэра Ульяновска. Им станет Павел Андреев. Сергей Панчин готов поделиться полномочиями. Он будет ночным мэром. Значит, города Ульяновска. Значит, и в ближайшее время он как раз будет создавать институт ночных мэров, в том числе и в муниципальных столицах. Это не шутка. В планах действительно создать такую общественную должность, чтобы сделать ночной отдых молодежи более осмысленным и продуктивным. Это большой интересный проект. Если раньше в 18-19 часов в наших городах замирала жизнь, то сегодня по вечерам проводятся концерты, спектакли, выставки. Где-то ночная жизнь проходит цивилизованно, а где-то не очень. Люди пьянствуют и дебоширят. Мэру поручается стать проводником для молодежи в сферы культуры, искусства. Павел Андреев уже несколько лет водит экскурсии по парку Дружбы Народов. Сегодняшняя получилась, по уверению самого гида, самой массовой. Очень многие считали его и считают до сих пор небезопасной территорией, и поэтому очень думают, реально, люди фотографируются вот на этой площадке с Волгой, смотрят вниз и думают, а стоит ли туда вообще спускаться? Спускаться и по мнению общественника, и по мнению экскурсантов стоит. Тем более, что первая очередь ремонта парка завершена. Строители уверяют, ситуация, которая произошла весной, когда отказали старые дренажи, больше не повторится. Было заменено все дренажи, которые выполнены были еще 50 лет назад, с 67 года, на глубине 6,5 метров. Это глубинные дренажные вещи, все магистрали. И плюс восстановление всех колодцев. И были заменены поверхностные ливневые канализации. Кроме того, потрескавшийся тротуар заменен красивой и удобной плиткой. Установлено ночное освещение и новая лестница. Проведено укрепление склона. Но это только верхняя часть парка. Сейчас парк напоминает лес, а останки скамеек, скульптуры, асфальта делают пейзаж немного постапокалиптическим. Парку нужно возрождение. К этому подступаются разные люди, движения, организации. Ассоциация ТОС проводит здесь субботники, дирекция парков пытается организовать культурные мероприятия, администрация города благоустраивать. Павел Андреев вводит экскурсии, спортсмены создают проекты велозоны, но пока все это выглядит довольно сумбурно и не всегда конструктивно. У правительства региона сформирован проект благоустройства. Сегодня мы собрались как раз вот около зоны матери, да, около того проекта, который реализовала в свое время еще в Советском Союзе Грузинская Республика. И мать – это вообще символ возрождения, и мы ставим для себя целью возрождения этого парка с точки зрения культуры, с точки зрения региональной идентичности, с точки зрения понимания Советского Союза и того вклада в развитие нашей страны, который он вложил. Сергей Морозов выслушал предложения по освоению этих заброшенных территорий и от представителей спортивных федераций. Все предложения будут учтены. Всем конструктивным начинаниям обещана помощь. И сделано главное. Теперь парк на балансе города Ульяновска. Сергей Иванович, ну, как вы уже сказали, то есть в городе Ульяновске все парки городские объединены в дирекцию парков. Поэтому мы приняли решение, это будет в составе дирекции одним из подразделений, которое будет называться «Парк Дружбы Народов».